Всем привет! 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 Ребята, хочу показать. У Егора скоро день рождения. У него 31 марта день рождения. Но мы решили заранее ему подарок заказать, потому что пока привезут, пока то. И сегодня, оказывается, тоже привезли нам. И вот посмотрите, что. Покажи, Егор, поверни ее, разверни. Машинка вот такая сборная из дерева. Егорка ее уже собрал. Понравилось? Да. Мы хотим теперь еще заказать. Да, Егор, будешь коллекцию составлять? Ее потом можно будет раскрасить, если он захочет. Будешь раскрашивать? Нет. Не будешь? Так и оставишь? Угу. Ну, они красивые модельки. Тебе понравилось? Легко, Егор, делалось? Более-менее. Более-менее. Он сначала понять не мог, да, Егор, как делать. А потом мы посмотрели, и оно вроде более-менее получилось. Света, на поближе сними машинку прям детально. Машинку не Егор. Сильно прям так близко, как-то это крутите, вертите. Вот, да, вот такая вот у нас получилась. Говори. Не хочешь говорить? Передай бабушке привет. Бабушка, привет. Не хочет больше ничего говорить. Он только сказал, что бабушка, привет. Бабушка наша сейчас живет в городе Абакане. И она там смотрит видео постоянно. Егор в последнее время не очень любит снимать. Ребята, кстати, у него появился свой канал. Я ссылку оставлю внизу под описанием это видео. Подписывайтесь на его канал, да, Егорка? Там ты про что снимаешь? Про игры всякие, да? Он там всякое будет монтировать. Что-то. Он, короче, учится снимать, что-то делать. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, под его канал и под Светин канал. Тоже внизу под описанием. Кстати, ребята, убери там одеяло. Вы что так здесь сделали? Хотела показать какие рисунки. На, Света, засними аккуратно вот так вот. Какие рисунки? Это принц. Да не так же близко. Здесь ракушки. Улитка, роза и надпись «Лопа». Здесь вот принцесса. Вот здесь. Смотрите, она дорисовала на морской свинке контур, я ей подсказала. Да. И так она лучше стала выглядеть намного, да, Света? Да. Это и лаки вот у нас тут красиво стал. Лаки и роза. Ну, давай. Ну, ладно, ребята. Ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Всем пока. Всем пока, ребята. Спасибо за внимание. Будем рады вас видеть снова.